Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Тверской области, обвиняемого в покушении на изнасилование и убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. 21 год назад, в ночь на 2 апреля 2002 года, в Оржеве обвиняемый под угрозой применения насилия завел незнакомую 17-летнюю девушку в безлюдное место. Злоумышленник жестоко избил потерпевшую, попытался изнасиловать и, чтобы скрыть совершенное преступление, задушил жертву. Раскрытие данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности 21 год назад, представляло особую сложность в расследовании, связанную с давностью исследуемых событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, полученные в ходе осмотра места происшествия. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли подробно воспроизвести детали случившегося в апреле 2002 года. На протяжении 2 десятилетий следственными органами, а также сотрудниками Управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное преступление. Были проверены различные версии, в том числе о совершении убийства знакомыми потерпевшей, корыстные мотивы преступления, а также совершение их лицами ранее судимыми и наркозависимыми. Благодаря колоссальному объему проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оперативности исследования, получаемой информации и слаженности работы правоохранительных ведомств, были получены доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Необходимо отметить, что в Следственном управлении регионального СК на протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и раскрытию преступлений прошлых лет, в которую входят квалифицированные следователи Следственного комитета, криминалисты, ветераны следственных органов, а также оперативные сотрудники полиции. Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса, принцип неотвратимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы.